Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. И продолжаем играть в игру Dead Eichi. Давненько мы в нее не играли, и вот я решил продолжить. Ну что ж, поехали. Как вы помните, в этой игре нам нужно выполнять определенные задания, чтобы пройти на следующий уровень. Смотрите, алхоломоны уже за мной бегут, но не тут-то было. А, черт, надо было их давануть. Ладно, не беда, еще успеем. Давайте под колеса все зомбари сюда, ко мне. Главное еще не врезаться при этом. Так, ну пока их достаточно мало. Так, запрыгните на машины. Так, на одну мы запрыгнули, нужно три раза. Так, отвалите от меня, а? О, дробовик, конечно, очень хорош, но единственный его недостаток — долгая перезарядка. Пока денег у меня на что-то более такое мощное нету. А вот это хорошо, ребята, вот это замечательно. Усиленный у нас дамаг получается. Блин, ну где трамплины? Эй, зомбарь, отвали от меня. Вот, и отлично. Еще прыгнули на одну машину. Осталось всего лишь один прыжок нам сделать. Ух, только тебя, все. Блин, отвлекся маленько. Но главное, что мы сделали задание с машинами. И у нас последнее там осталось. Надо его как-то по-быстренькому сделать. Уж больно мне хочется перейти на следующий уровень и посмотреть, что там будет у нас происходить. Так, давайте, охламоны. Давай, 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 давим, давим их всех. Те, что сзади бегут, помимо того, что мы их можем расстреливать, мы также можем им делать небольшие подляночки, уворачиваться от них, и они будут врезаться. Ох, ё-моё, повезло-то как. Я думаю, сейчас врежусь. Под нитро мы с вами отрываемся немножко. Хорошо. Еще одно нитро, и босс выбежал, а? Черт бы его побрал. Толстые зомби взрываются вместе с окружающими. Ага, вот значит как. Если будет толстяк, мы можем на него наехать, и он взорвется, взрывая вокруг себя всех этих зомбарей. Довольно неплохо. Ух, отлично, ребята, 17 комбо у меня. Оу, щет, 1900. Как вы помните, да, ребята, за рекламу нам дают деньги. А деньги нам здесь очень сильно нужны. Покупать себе новые пушки, новые мотоциклы. Опять этот босс за мной прицепился. В чем проблема у этого жирного? То, что от него просто так не оторваться. Его надо либо убивать, либо убивать. Больше никаких вариантов нету. Опа, кенгуру. Я запрыгнул на 10 машин, ребят. Получил достижение. Так, вот здесь аккуратненько. Ах, надо было дамаг брать. Оу, щит. Аккуратно. Какой, блин, а? Какой он все-таки верткий, этот зомбарь толстяк. Босс, тихо, 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 тихо. Чуть-чуть не схватили меня здесь. Да когда ж ты упадешь-то уже, а, толстый. Оу, щит. Давайте опять рекламу. Так, продолжаем с этой же точки, ребята. Со своим прогрессом. Как бы мне его по-хитрому бы заколбасить. Оп. Была бы здесь какая-нибудь граната, знаете, бросил ее, чтобы его разорвало к ядре, не феник. А так нет, только лишь бомбить его придется нам. Воу-воу-воу, разогнался-то я что-то чересчур. Большая скорость в этой игре, и плюс, и минус. Плюс то, что мы можем отрываться очень быстро. А минус, что можем врезаться, не увидев впереди стоящую машину. Вот это хорошо, ребят, вот это вот замечательно. Когда у тебя неограниченный боеприпас. Мы, как видите, завалили зомбаря, босса этого. Толстый, опа, отлично. Ну, давай, 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 давай. Ох ты, шикарно. А вы там врезайтесь все к чертовой бабушке. Мне вас не жалко, нисколечко. Пока вроде бы у нас нормуль все. Оу, щет, ребята, ну как же так, а? Врезался в машину, вроде и скорость была небольшая. Вот наше достижение, 100 золотых монет мне за это дали. Ладно, поехали далее с вами проходить. Гоним, 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 родной. Кстати, ребята, скоро начну опять же проходить игру «Вперед, зомби-война». Там денежек уже немножко подкопил. Куплю себе турелечку и продолжим там наш адский замес. Так что следите, не пропустите, ребята, новые серии. Выйдут очень-очень скоро.
Так, ну, как вы знаете, у меня сейчас такое задание, что я должен проехать 1,5 километра без ускорения, только лишь отбиваться от зомбарей с помощью своего оружия. Довольно такое задание щекотливое и сложное, потому что их очень здесь много. Ох, шикарно, я уже проехал четверть пути, мне еще нужно 1 километр. Блин, это очень-очень много, поверьте мне. Причем я не могу ускориться. Еду на нейтралочке. Вот так. Черт, окружает, гады. Ах ты. Ну, блин, до какого лешего он не спустился вниз-то? Ладно, второй шанс. Погнали. Infinity Aim. Этот бонус очень полезен, жалко, что он быстро заканчивается. Так, хорошо. Ё-моё, догоняют. Так, все, сейчас он у меня закончится. Блин, ну как же не вовремя-то все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Черт бы вас побрал, а. Ладно, ребята, мы будем заново начинать, потому что у нас нету бонусов бесплатной рекламы. А без нее, поверьте, я не пройду. Точнее, что я сказал, какая бесплатная реклама? Рекламы нету, за которую я смогу получить бесплатный второй шанс. Вот так вот будет вернее сказано. Ёлки-палки. Вот их надо, видите, подлавливать, чтобы они врезались в машины, спотыкались. Ну и, естественно... О-о-о, что-то я немножко заплутал. Найс комбо. Это хорошо, что найс комбо. Оу, вот сейчас было великолепно сделано, ребята. Так, опять я проезжаю практически с вами 1/4 километра. Но мне еще 1 километр шпарить. Так, вот видите, сообщение пришло. Чем дальше мы с вами едем, тем сложнее все становится. Тем больше зомбарей выходит. О, нитро. Интересно, а нитро считается или нет? Ух ты, замечательно, ребята. Значит, нитро брать можно. Будем это знать. А вот тебя-то здесь, блин, только не хватало, а. Ну какого лешего ты вышел-то? Мне проехать-то осталось совсем ничего. Ну... Используем с вами второй шанс. Ух. Давай-давай, попробуем как-нибудь уж. Надо отбиваться от него. Другого пути я не вижу. Черт подери. Оу, он со мной сравнялся и сейчас нет. Нет, ребята, мы выполнили. Выполнили все-таки это задание. А дальше уже мне плевать, что у нас тут будет происходить. Потому что мы переходим с вами на следующий уровень. Я получил себе ранг 7, стрелок. Так, продержаться 2 минуты, сделать комбо из 50 убийств. Так, денег у меня, как видите, маловато. А ценник здесь, ого, какой. Гвоздомет, новое оружие какое-то дали. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что вообще здесь у нас есть. За 5000 дробовик у нас все это есть, нам это не нужно. Блин, пистолет 9-миллиметровый. Пистолет-пулемет и пистолетище. Так, револьвер какой-то захудалый. Ну что, давайте пистолет, наверное, с вами купим. Так, улучшим его еще. А, больше нету, не хватает у меня деньжат. Все, больше мы ничего сделать не можем, давайте продолжать. Локации новые нам пока не открыли. Будет на 9 уровне, так что надо покорять игру, проходить и открывать новые плюшки, новые карты, новые бонусы. Поехали! Так, значит, первое задание, как я помню, 50 комбо сделать. Комбо убийств зомбарей. Не знаю, как у нас это получится. Так, 7 есть уже. Черт, я забыл, какое задание там у нас ребята там были. Так, пистолет, в принципе, неплох, я вам скажу. У него довольно большая обойма. Но вот с перезарядкой, опять же, все кисло. Долго перезарядка идет, но зато очень много патрончиков. Не знаю, можно будет его потом нам улучшить или нет. В общем, посмотрим. О, нитро! Есть, отлично. Оторвались, малька. Все, пока у нас все идет на мази, ребятушки. О, да опять ты пришел, а? Ну как же без тебя, конечно же. Надо мне... О, нитро. Надо ему все мне подпортить обязательно. Черт, а с комбо будет очень-очень проблематично. Ребят, только 10 лишь я получил. Причем их нужно делать практически без остановки. Что такое продержаться 2 минуты в пригороде? Эй-эй-эй-эй! А я только лишь минутку продержался. Ёлки-палки. Блин, давайте, наверное, не будем мы смотреть рекламу. Пойдем так, заново, как говорится.
Поехали, ребятушки. Всегда смотрите, если вам, конечно, не влом, рекламу вот эту вот. Да, там сколько, 15 секунд, по-моему. Но зато вам будут давать деньги. Ну, как я повторюсь, деньги — это наше все. 2 минуты мне надо продержаться. Слушайте, а может быть не 2 минуты, потому что такое впечатление, что я здесь довольно долго, ну как бы, еду на мотоцикле без убийств, без смертей. И этих охламонов здесь еще больше становится. Как видите, подгазовывать приходится, чтобы от них оторваться. Главное, чтобы не вышел этот толстый зомбарь, главный босс тут. Не знаю, главный, не главный, но он нервирует меня сейчас в данный момент. Причем очень сильно. Может быть, когда у меня будет хорошее оружие, он уже не будет таким проблематичным, как сейчас. Вау. Черт подери, я думал, что я на автобус могу запрыгнуть. Не вышло у меня почему-то из... О! Эйм получили мы с вами. Бесплатные боеприпасы. Так, 15 комбо уже насобирали. 20. 26, ребята, может быть. Ай-яй-яй-яй-яй, поджимает. Вот и все, ребята, и опять все скинулось. Обнулились мои комбари. Плюс еще этот охламон тут появился. Как говорится, мне уже терять нечего. Будем газовать по полной программе. Да отвали ты от меня, а, ну жирный. Йоу, как я хорошо полетел. А вот и задание, 50 зомби нужно убить именно из пистолета. Ёлки-палки. Ух ты, пролетел 75 метров без мотоцикла. Соточку заработал. Наждачка, да, я представляю, как ты своим лицом все тут прошкрябал. Поехали, ребята, все, хватит тут сопли жевать. Делаем полную концентрацию, настраиваемся на игру и начинаем бомбить. Так, 50 зомбарей нужно застрелить из пистолета, плюс 2 минуты продержаться нам здесь надо. Довольно сложно все это у нас будет выходить, но мы будем стараться. Иди отсюда, лопух. Вот почему-то он еще, кстати, очень часто промахивается. Я вроде бы как бы стреляю в зомби, но пули не достигают своей цели. Вот смотрите, да? Или может быть у них какая-то определенная дистанция есть? Ладно, нам это пока никак не проверить. Будем стараться. Так, и 50 комбо надо еще сделать. Комбо убийств. Так, нитро, отлично, поехали. Кстати, когда на нитро мы сшибаем зомбарей, комбо атаки, то есть комбо убийства тоже засчитываются. 24. И опять обнулилось все. Что ж так не везет-то нам сегодня, а? Так, 7-ку набили. Ну, вы сами подумайте, да? Есть такие промежутки, где просто нет ни зомбарей, никого. Как я им должен здесь набить это все дело? Необдуманно, конечно, здесь сделано. А может быть, накопить как можно побольше их и подколоть на каком-нибудь автобус, чтобы они там все врезались. И мне пошел зачет, как говорится. Ну что, неужели я 2 минуты еще на мотоцикле не прокатался? Да быть такого не может. Да опять ты, охламон, прибежал. Да как ты же меня бесишь-то, просто не знаю же. Черт тебя подери. Вот как раз только из пистолета тебя-то тут мне и бомбить. Оу, черт подери. Оу, щет. Эх, офигеть. Второй шанс, ребята, у нас. Не будем его просто так тратить. Мы должны хоть что-то с вами выполнить, успеть. 2 минуты, блин, продержаться. Жесть. Нитро, нитро, не успел, блин. Хрен с ним, с этим нитро. Да отцепись ты от меня, блин. Так, что там? Ага, 2 минуты, ребята, я продержался. Все, одно задание сделали, блин. Нифига я тут гоню. Я просто супермен, блин. В каске. Ты посмотри-ка, не отрывается от меня ни на долю секунду. Ух ты, 50 убийств я сделал, ребята. Второе задание выполнено. Это просто шоколадно. Но расслабляться нам не стоит, ребята. Еще одно задание у нас висит. И оно будет довольно сложным. 50 зомбарей убить из пистолета. Это надо еще постараться. Ладно, поехали с вами дальше. Я получил награду. Денег у меня очень мало. Хорошо, давайте тогда мы с вами что-нибудь купим. Вот так попробуем. Ну, я не знаю, просто это вообще невыносимо.
Ну-ка, давайте-ка глянем. 60 патронов у меня, ребят, представляете, в обойме сейчас в данный момент. Плюс быстрая перезарядка. Так, я надеюсь, что из УЗИ это все-таки у нас учитывается. У меня все-таки, как он называется, УЗИ-пистолет. Ну, давайте, щеглы, идите ко мне. Опа! Хе-хе. Захотели, блин, кровушки попить. Не тут-то было, ребятушки. Так-так-так-так. У меня еще... А, нет, ребята, у меня, по-моему, не усиленный дамаг, к сожалению. Это плохо. Где, блин, все бонусы? Я не вижу ни одного бонуса, чтобы валялся, который можно поднять. Те же самые бесконечные там патроны или усиленный дамаг. А они мне сейчас нужны очень даже кстати. О, вижу, вижу, вижу. Отлично, хотя бы на этом спасибо. Блин, почему нету статистики, где показывается, сколько я убил, сколько мне осталось? Плохо вот так вот ориентироваться. Иди отсюда, должен его повалить. Посмотри, какой я. Мало того, что быстрый, еще и жирный. Вот так вот, Харри, как говорится, поцеловался с асфальтом. И у нас какое-то время есть свободного без этого хламона. Так, перепрыгиваем здесь. Блин, я не понимаю, ну... О, вообще шикандос. Сейчас будем рвать всех, ё-моё. Приходится смотреть рекламу за второй шанс. Поехали. Главное, не врезаться здесь где-нибудь. Бом. Жирный взорвался, это хорошо. Так-так-так-так-так-так, расстреливаем. Все, ребята, мы с вами сделали задание. 50 зомбарей застрелили из нашего УЗИ-пистолета. Чух. Ну, а теперь просто едем, сколько сможем проехать вообще. Тут уже, как говорится, без разницы. Нам все равно переходить на следующий, наверное, уровень. Или что нам там дадут? Только лишь титул. Ух ты. Хе-хе. Бесконечный боеприпас. Обожаю этот бонус. Черт подери, блин, да ну какого лешего вот эта дура, блин, выбежала из-под машины и схватила меня, а? Ладно, давайте дальше. И у нас ранг 8, снайпер. Задавить 50 зомби, убить 300 зомби и проехать 3 километра. Ну и задание, ребята. Это просто жесть какая-то, но будем делать. Так, ну что же. Задавить 50 зомбарей, убить 300 зомбарей и проехать 3 километра, ребят. Это я вам повторяю свое задание, которое у нас в нынешнее время висит за нами. Надо хоть что-то сделать из этого. Постараться. Так. Ну, 50 зомбарей застрелить, я думаю, ничего сложного нету. Да куда ты приближаешься ко мне, а? Чурва. Так. Нет, я люблю, конечно, когда на экране видно, сколько тебе осталось. Ну, например, там убил одного зомби. Сразу там вам осталось 10 или там 20. А так наугад шмаляю, сколько надо. Не... Да опять ты, а, зараза, ты смотри какой, а. Сейчас, о, нитро, отлично, немножко от него оторвемся. Вот так, но все равно он очень быстро нагоняет нас. Так, вот, теперь можно с ним, в принципе, и схлестнуться. Ну, как всегда, его нету. Когда он нужен, его, блин, нету. Когда он толстый. Черт, не успел маленько. 1,5 километра, ребят, я уже проехал. Еще осталось столько же. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет такой замес. Во-во-во-во, смотрите, бегут, бегут, бегут. Я зачем еду медленно? Я хочу их подлавливать на машины, чтобы они врезались. О, блин, боеприпас не успел взять. Но пока все хорошо, толсто взрываем. Так, что у нас тут, задавить? Ага, задавить 50 зомби. 27 пока задавили. Вообще-то он показывает вроде бы... Тихо, 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 тихонечко, не врезаться нам главное. Еб! Да-да, будем смотреть рекламу. Никуда не денемся. Ну что, ребятушки, второй шанс. Продолжаем. Мне еще ровно половину зомбарей осталось застрелить, задавить и проехать километр. Даже чуть меньше. Надо стараться. Так, убить 300 зомби, а я убил 156. То бишь, ровно половину. Да опять этот гнида выбежала, ну. Вот самый... Во, а вот теперь давай-ка посмотрим, за кем тут правда.
Давай. Что ты там? Толстый, куда исчез-то? Пока у меня бесконечные боеприпасы, я должен тебя швахнуть. Как не вовремя закончился у меня бонус. Ну да ладно. Оу. Задавить 50 зомби. Мы с вами выполнили задание. Вот, ребята, что значит. Расслабился, отвлекся и проиграл. Зато сделали одно задание. Осталось, значит, проехать нам 3 километра и убить 300 зомбарей. Будем пробовать. Ну, этих уже давить нам не обязательно. Надо полностью сконцентрироваться нам на зомбарях, которые бегут сзади. Все-таки 300 зомби убить — это довольно сложно. Ну, давай, родной мой. Газульку не отпускай. Как говорится, всегда будь на пределе своих возможностей. Ну куда ты бежишь, а? Роднулечка-то моя зеленая, блин. Вот так вот. Шваркнулись там все об машину. Так, нитро. Шикандос. Интересно, а нитро входит нам в бонус по проезду километров? Там же вроде бы не было никаких ограничений, да? Что я должен проехать без ускорения там или еще что-то. Просто проехать 3 километра. Значит, я думаю, что нитро нам только в плюс. Опять ты выбежал, а? Ах, раздражает меня больше всех. Ладно, давайте. 1,5 километра проехали уже. И... Ой-ё! Да. Второй шанс, ребятушки, второй шанс у нас. Нам нужно воспользоваться. Отлично. Так, итого у нас 2 километра с небольшим. Осталось-то совсем маленечко, ребята, совсем чуть-чуть. И задание будет выполнено. Боюсь просто газовать, потому что очень много машин здесь стоит. И неохота врезаться и проиграть. Все, 500 метров нам осталось проехать, ребята. 500 метров всего лишь. При хорошем раскладе это вообще элементарно все. Вау, перепрыгиваем. Давим эту санитарочку. Этих тоже хламонов. Да что ты там говоришь, а? Невероятно, да? Есть, ребята, есть. Выполнили задание, мы проехали 3 километра. Ух. И у нас основное задание очень сложное — это убить 300 зомбарей. Соответственно, нам придется что-то покупать. Я думаю, что это будет, наверное, усиленный дамаг плюс... Ну что ж, давайте тогда будем горящие патроны. Я не знаю, что они делают. Вот 2 обоймы, наверное, нам нужно больше всего. Плюс двойной урон. Вот так мы сделаем. И горящие патроны. Я хочу просто посмотреть, что это все будет у нас означать. Как это будет все у нас выглядеть. Ух ты, ну что ж, неплохо. Горящие патроны мне нравятся. Правда, они как-то срабатывают через раз. Ну горит уже, гад. Не, по-моему, все-таки у оружия есть определенный радиус поражения. Не может он не попадать. Причем все время. Смотрите, накопил я себе там целую орду зомбарей. И, как видите, по ней шмаляю. Слушайте, а они когда горят, не поджигают друг друга, нет? Нет, по-моему. Просто очень быстро они падают, когда горящие. Ну как быстро? Относительно быстро. Так, давай. Всех под нож. Великолепно. Где статистика? Покажите, сколько еще нужно убить. Ну я, наверное, только соточку забомбил. Не более. Так, отлично. Давай, иди сюда. Когда у меня есть все бонусы, их почему-то очень мало. Воу, так это вообще шикандос. Хе-хе, давай, выбегайте, все получите по заслугам. Найс комбо, конечно, найс комбо. Не, ну должен я, наверное, ребята, все-таки выполнить именно вот в этом заезде задание. Так что, так, что-то они тут как-то, или я замедлился, или они ускорились. Еще пока не вижу здесь босса, но он должен появиться. Как вы видите, бонус опять у меня закончился. Ну да ладно, 2 обоймы у меня есть. И это хорошо. И отсюда, нифига не хотят меня в кольцо огненное взять. Да не тут-то было, куда ты бежишь? Вообще куда-то убежали. Они что, плевать на меня хотели? Оу, а вот и охламонище появился.
Тихо, ребята, нужно аккуратно. Довольно шустро я его нагнул. Что это у нас там взорвалось такое? Очень интересно было бы посмотреть. Наверное, зомби взорвался, толстяк босяра этот. Ну давай, Ахламоны, бегите сюда. Я готов встретить вас. Сколько бы вас не было, дам вам достойный отпор. Жалко, конечно, что я не вижу, сколько еще нужно этих тварей подбить. Но думаю, что немного. Ага, отлично, блин, ну... Так, давайте используем возможность второго шанса. И нам нужно убить соточку. Будем стараться. Так, так, так. В принципе, это не так уж и много по сравнению с тем, что мы уже сделали. Расстреливаем всех, пока у нас бесконечный боеприпас. Получи, получи, гадина, а. Ха-ха-ха-ха, горите, гады. Ух, веселуха, просто веселуха. Так, ну я вам, Ахламоны. О, ребята, сделали, сделали, наконец-то мы это задание. А вам, зеленожопые зомбари, я отомщу в игре «Вперед на зомби войну». Ну вы там у меня попляшете потом, а? Так, ну что, ребята, сейчас мы просто будем с вами ехать туда, куда сможем. Как говорится, ну, что, я могу врезаться, в принципе, но зачем? Вдруг я что-нибудь тут получу какой-нибудь бонус за дальнюю дистанцию или что-нибудь в этом роде. Так. Что же, мы с вами, кстати, сейчас получим новый титул, точнее, новый ранг. Ах ты, все-таки схватили зеленожопые меня. Ну да ладно, ничего страшного. Так. Давайте смотреть. И я получаю механика, ранг 9. И довольно сложные задания пошли у нас. Подобрать 5 бонусов. Не знаю, что у нас из этого выйдет. И открыт мегаполис. Давайте-ка, ребятушки, тогда посмотрим. Сложно. Монетки на X3 у нас идут. Тут у нас трущобы. За 500 тысяч открыть можно только. Ё-моё. Офигеть просто. Не знаю. Мне, наверное, придется год в нее играть, чтобы это все открыть. Причем без остановки. Так, ну давайте хотя бы посмотрим, что здесь и почем. Как это все примерно выглядит. Так, ничего мы пока делать не будем. О, какое мрачное местечко-то, ребят. Эй, ну дурила я, а. Ладно, не будем смотреть рекламу. Мы только начали, в принципе... Далеко не уехали. Это, ребята, будет показательный, как говорится, уровень. Его я проходить сегодня как бы не собираюсь. Ну, просто глянуть охота, что здесь. Так, довольно-довольно много этих охламонов здесь. Это радует, с одной стороны. Убить трех боссов. Это нам нужно будет с вами 3 раза убить этого жирного падлу. Ох, не знаю, не знаю, как это у нас все будет выглядеть. Но я только одно могу сказать вам с точной уверенностью, что нужно копить денег. И причем очень много. Чтобы, мало того, чтобы купить, еще надо и апгрейдить. Да и такой бонус, чтобы подобрать 5 бонусов, это тоже довольно сложно. Наверное, следующий уровень при моем прохождении затянется на очень долго времени. Так, ладно, давайте. Опа, нормуль. Да, машин тут, конечно, много, и стоят они в ряд. Блин, мне интересно, почему там стоят УАЗики? Причем полицейские. Юху, дурила деревянные. Захотел тут финты поделать, но не получилось. Так, ну что же, ребятушки, в принципе, можно и завершать серию. У меня 10 тысяч, нужно еще много-много денег накопить, чтобы как-то немножко нам с вами продвинуться вперед. Чоппер за 15 штук довольно хорош, ну не знаю, стоит ли он этих денег. Ну, а на этом мы с вами будем прощаться, ребята, до новых видосиков. Ну, а вам всем удачи, до скорого. Ах так! Ах, вот и как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...